Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Илья Райшев, коротко о главном. Как укрепить духовную общность многонациональной России? Для чего нужен межрегиональный туризм? На эти вопросы отвечают на форуме «Национальное единство», который открылся в Ханты-Мансийске. Россия 1, трава у дома и миньон. Участники космической смены, дежурные по планете, дали имена своим ракетам перед запуском в небо. Спасатели из Сургута отправятся в Ставрополь. Они стали лучшими в Югре, потом в Уральском федеральном округе. Теперь защитят честь мундира на всероссийских соревнованиях. Всероссийский форум национального единства сплотил 45 регионов страны. Старт событию дали накануне в Ханты-Мансийске. В нем участвуют 500 человек. Это представители множества народов и национальностей, которые живут на всей территории России. В этом году к форуму присоединились жители Камчатки, а также Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области. В программе события «Круглые столы», дискуссионные площадки, школа этноблогеров, совещания экспертов. В центре внимания реализация государственной и национальной политики и гармонизация межнациональных отношений. Самым ярким событием первого дня стала выставка-дефиле «Нарядная Россия». В этом году свои коллекции народных костюмов представили 26 участников из 12 регионов. Это Республика Тыва, Мариэл, Татарстан, Башкортостан, Югра, Ямал и другие. Задача у нас сегодня с вами серьезная на нашем форуме. Нужно будет сформировать решение по укреплению духовной общности многонационального народа России. Это ключевая тема нашего форума. И до форума, и после форума – это то, чем мы с вами живем, как отметил Юрий Вэлла. Также к событию присоединились представители Федерального агентства по делам национальности, администрации президента Российской Федерации, Общественной палаты. Участником форума стал и губернатор Тюменской области Александр Мор. Он подчеркнул, что Югра, Ямал и Тюменская область на протяжении многих лет остаются регионами, привлекательными для внутренней и внешней миграции. В этой связи Александр Мор предложил создать проект межрегионального туризма для детей из семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Пока проект находится в стадии организации, здесь, на форуме, мы решили сделать практический шаг. В подарок от Тюменской области юным жителям Югры из семей мобилизованных мы дарим 100 путевок в город Тобольск, духовную столицу Западной Сибири. Глава Макеевки в Донецкой Народной Республике высоко оценил помощь Югры в восстановлении города. Накануне Наталья Комарова провела рабочую встречу с Владиславом Ключаровым. Он приехал с командой экспертов на Всероссийский форум национального единства. Стороны обсудили текущие результаты сотрудничества, а также совместные планы на ближайшие годы. В частности, глава администрации Макеевки отметил вклад аварийных бригад из Югры, которые восстанавливали инфраструктуру города после обстрелов и помогали провести отопительный сезон. Механизмы исполнения в большой степени, в абсолютной степени на ваших предложениях, основаны, исходя из возможностей Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Свердловской области. Вышли на решения, которых заинтересованы жители Макеевки и все те, кто пользуется и нацелены на развитие Донецкой Народной Республики в данном случае. Со всеми знакомы очень на протяжении долгого времени, обсуждаем все наши вопросы и детально подходим к каждому вопросу обсуждения по МКД, я скажу, и по другим направлениям, и гуманитарного направления, и я скажу, на сегодняшний день и школьное обучение. Каждый вопрос, каждый затрагивается. И я знаю, что и вы постоянно как бы держите руку на контроле в этом направлении. В Советском будут готовить операторов дронов. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. В Ханты-Мансийске тему использования беспилотных летательных аппаратов обсудили на стратсессии. Дело в том, что Югра участвует в программе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации дронов.
Эта работа ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Советский политехнический колледж получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программам обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, югорские специалисты и федеральные эксперты будут внедрять инфраструктуру для создания и использования дронов. Уже заключены соглашения с региональными федеральными компаниями по производству и эксплуатации беспилотников и их комплектующих. Мы заключили соглашение с государственной транспортно-лизинговой компанией в части открытия, если практически последствия оценивать. На базе создаваемого ИНТЦ, Unity Park, площадки для оператора беспилотной авиации и реализации совместных образовательных программ с компанией Aeromax по беспилотной аэродоставке грузов по проекту «Маяку Почты России» с фондом развития интернет-инициатив по разработке и реализации проекта по построению региональной инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Над Ханты-Мансийском летали ракеты. Космические корабли запускали участники программы технологических конкурсов на космическую тематику «Дежурный по планете». Лагерь актива помогает определиться школьникам с выбором профессии, воплотить свои идеи и поступить в ведущие вузы России. Моя коллега Наталья Акст познакомилась с финалистами проекта и увидела, как они запускают в небо ракеты. Я нахожусь на окраине Ханты-Мансийска вместе с участниками космической смены «Дежурный по планете». Это почти 1500 школьников из 32 регионов страны, которые стали призерами различных конкурсов в сфере космических технологий. Ребята приехали в окружную столицу 12 апреля и сразу приступили к работе по своим профильным технологическим направлениям. В частности, с начала смены они занимались разработкой полезных нагрузок и алгоритмов управления для роверов, а еще строили уменьшенные копии спутников и ракет. Самым зрелищным этапом работы участников смены стали запуски летательных аппаратов. Спутники отправились в небо с площадки возле стадиона «Югра Атлетикс». 5, 4, 3, 2, 1. А вот испытывать ракеты решили за чертой города. Стартовая площадка расположилась недалеко от асфальтобетонного завода. Отсюда на высоту около километра модели космических кораблей запустили 4 команды. В команде есть обязательно инженер-программист, который занимается программированием бортовой электроники, и 2 инженера-конструктора, которые, условно говоря, проектируют эту ракету, рассчитывают ее, собирают. И все вместе потом они проходили у нас предстартовую проверку, чтобы мы смогли выдать технический допуск к полету. А вот участники как-то вообще называют свои ракеты? Дают им имена? А, «Миньон-1». «Миньон-1»? Да, видите, у нас даже вот эти у кого-то там «Россия-1». «Россия-1». У кого-то «Трава у дома». Вот приходится пробираться до стартовой площадки вот под таким сугробом. Это что такое? Это пусковая установка. То есть, получается, вот на нее будет как-то крепиться, да, ракета, и потом... А, и с нее взлетать. Сейчас поставим ракету на пусковую установку, вставим запал, и можно будет ее уже запускать. Мощность запала такая, чтобы зажечь двигатель. После того, как все к запуску готово, команда отходит на безопасное расстояние. Прием, даю. Внимание, ключ на старт. Даю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Нажимай. Молодец. Давай, 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 давай. Все. Парашют. Ну. Да! Да! Мы это сделали. Спустя столько работы, столько трудностей, она взлетела и четко отработала свой алгоритм, четко выпустила все. Система спасения сработала, и все наши идеи действительно воплотились в жизнь. Наивысшей точки своего полета ракета достигает примерно за 10 секунд. Затем срабатывает бортовая электроника. Раскрывается парашют, и летательный аппарат начинает спуск. При хороших погодных условиях он длится 2-3 минуты. Ну что ж, ракеты благополучно прошли испытания. Теперь молодым инженерам остается пройти заключительный этап космической смены. 25 апреля защитить свои проекты перед экспертами. Победители программы получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны. Наталья Акст, окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.
Югорчане заступили на вахту памяти поискового отряда округа. Поехали на поля сражений Великой Отечественной войны. Для того, чтобы найти останки павших бойцов, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, из Нижневартовска отправилась первая часть сводного отряда в составе 30 человек. Школьники и студенты вместе с руководителями поисковых объединений. А таковых столиц самотлора насчитывается более 20. Во время прошлогодней вахты памяти нижневартовские поисковики в общей сложности подняли останки 102 погибших бойцов Красной Армии. Тогда ребята работали в Волгоградской области. В этом году они отправляются в те же места. Будем работать в Волгоградской области, в Городищенском районе, в районе поселения Самофаловка. Там уже 4 раза работали, ну, результаты есть. Там в 2018 году мы 30 человек подняли, в 2019 19, как раз такая вот цифра. Был медальон там, не один, один офицерский медальон мы прочитали. Ну и вот опять же едем в те края работать, края знакомые. Жительницу Когалыма подозревают в убийстве. По версии следствия, 22 апреля 49-летняя женщина распивала спиртные напитки у себя дома в одном из садово-огородных товариществ города. Спустя какое-то время к ней приехала 34-летняя знакомая. Между югорчанками вспыхнула ссора. Хозяйка дома схватила нож и ударила гостью в грудь. От полученной травмы та скончалась на месте. Как сообщает пресс-служба окружного следкома, подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. В одном из дачных кооперативов Сургутского района полицейские задержали наркокурьера. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МВД. У 21-летнего жителя Алтайского края при себе нашли 2 пакета с белыми кристаллами. Экспертиза показала, что это мефедрон общим весом около 2 килограммов. Полицейские установили, что подозреваемый приехал в игру с целью распространения наркотика через тайники и закладки. Запрещенное вещество он приобрел через интернет. На время следствия фигуранта заключили под стражу. По статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» ему может грозить пожизненное лишение свободы. За минувшую неделю в Югре произошло 66 пожаров. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания и спасли имущество югорчан на сумму более 140 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба окружного управления МЧС, горели дома, дачи, бани, гаражи, а также 5 автомобилей. В результате 2 человека погибли, еще 2 удалось спасти. Причины возникновения пожаров банальны. Неисправная проводка, нарушение правил эксплуатации бытовых приборов и другого электрооборудования. Отмечу, что спасатели просят жителей и гостей округа соблюдать правила пожарной безопасности, использовать только исправные электроприборы, а ремонт проводки доверять только профессионалам. В Сургуте прошли соревнования среди команд МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП. За звание лучших боролись представители Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, а также Югры и Ямала. Команда какого региона Урала оказалась наиболее результативной, расскажет наш корреспондент Денис Ханжин. На территории стадиона лыжной базы «Снежинка» завершились масштабные соревнования среди главных управлений МЧС России Уральского федерального округа. По легенде соревнований легковой автомобиль попал в ДТП, водитель и пассажир получили травмы и оказались зажаты в транспортном средстве. Участникам пришлось буквально раздевать машину с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, доставать из них пострадавших и оказывать людям первую доврачебную помощь. Страшно было? Нет. Вы уже опытный статист? Угу. А кого вообще берут статисты? Вас, ну, отбирают как-то? Вот нет, я... просто выбирают из числа служащих. По итогам оценку я давать не буду и озвучивать, но скажу одно, то что здесь приехали на данные соревнования, на данный этап соревнований лучшие команды федеральных округов, субъектов, которые входят в Уральский федеральный округ. На мероприятии было чем заняться не только спасателям. Дети и подростки активно участвовали в работе интерактивных площадок. На одной из них нужно было удержать в руках пожарный ствол под напором воды и сбить при этом футбольный мяч с подставки. На другой можно было отработать свои навыки оказания первой медицинской помощи манекенам, на которых сымитированы травмы различной степени сложности. Одну из таких площадок подготовили волонтеры местного отделения добровольно-спасательного пожарного формирования.
прошлом году добровольцы-спасатели выиграли грант губернатора. 500 000 рублей они потратили на приобретение палатки, дым-машины и манекена Гоши для отработки спасения жизни человека. Суть проекта в том, чтобы научить население простейшим первым мерам при возникновении задымления либо возгорания в помещении, в квартире, в жилом доме. По итогам соревнований лучше всех с поставленными задачами справилась команда «Югры». Честь представить наш округ выпала Сургутской 135-й пожарно-спасательной части. С какой целью сотрудники МЧС принимают участие в подобных состязаниях? С целью отработки профессиональных навыков и совершенствования профессиональной подготовки пожарно-спасательного подразделения, обмена опытом, пропаганды, как мы видим, много людей здесь, гражданских, с детьми. Теперь же нашим спасателям предстоит выступить на всероссийских соревнованиях МЧС России, которые пройдут летом этого года в Ставрополе. Денис Ханжин, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. В окружную столицу ледоход перейдет через 3-4 дня, при условии, что сохранится его текущая скорость 60 км в сутки. Как сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС, голова ледохода на Иртыше находится уже в Горноправдинске. До устья реки остается 225 км. Его хвосты в Демьянке Тюменской области и в устье Шиме Омской области. Что касается Оби, то голова ледохода на ней пока не дошла до границ Югры. Накануне она находилась в районе села Кожевниково Томской области. Это примерно 50 км от границы субъектов. Первую в стране конференцию для среднего медперсонала по менеджменту крови провели в Сургуте. Ее участниками стали более 100 человек из Югры, соседнего Ямала и даже Челябинской области. Кровопотеря занимает второе место среди причин смертности во время родов. На конференции обсуждали подходы и уже действующие методики, как минимизировать риски для будущих мам. В частности, с 2004 года в Сургутском центре охраны материнства и детства используют так называемую аппаратную реинфузию. Способ позволяет очистить кровь, которую теряет во время операции пациентка, и вернуть ей ее же эритроциты. Благодаря этой методике удалось снизить расход донорской плазмы со 116 литров в год до 50. Сейчас такие технологии есть не в каждом учреждении Югры. При этом важной остается и забота о пациентке во время беременности. Нужно следить за уровнем гемоглобина, предупреждать дефицит железа в организме. Собравшиеся на конференции медики успокоили югорчанок. Нехватка железа никак не связана с северным климатом. По статистике, примерно каждая пятая беременная в мире страдает от анемии. При анемии беременных высокий риск преждевременных родов, высокий риск рождения плода низкой массы, высокий риск развития кровотечения. Поэтому очень важно, чтобы женщина подходила к родам с высоким уровнем гемоглобина, максимально высоким, чтобы и ее резервы были организма более высокими. Вот это очень важно. Школьники могут на выходные съездить в Нягань. Оценить северное гостеприимство предлагают с помощью социальных туристических сертификатов. Эта услуга существует в Югре уже второй год. Воспользоваться льготой могут школьники среднего звена. Самыми популярными для посещения городами в прошлом году стали Ханты-Мансий, Сургут и Когалым. А нынче к проекту присоединилась и Нягань. Город предлагает тур выходного дня под названием «Нягань. Улыбка Югры». Прежде всего, акцент сделан на лесной туризм. К услугам юных путешественников почти 50 гектаров тайги с многочисленными локациями, включающими всесезонные зоны спорта, отдыха, развлечений, а также исторические и этнографические площадки, леса культуры и отдыха и центра «Патриот». Продолжительность тура 2 дня и 1 ночь. В стоимость включены проживание в гостинице, трехразовое питание, экскурсионное и автобусное обслуживание. Уже можно подавать заявки на участие на портале социальных услуг Югры в разделе «Услуги туризма». Организаторы рассчитывают охватить майской и июньской программами порядка 200 детей. Надеюсь, мы смогли собрать интересный и привлекательный тур, который рассчитан не только для школьников. И здесь, конечно, мы в первую очередь нацелены на использование возможностей родительских сертификатов. Но и в том числе мы сегодня планируем утвердить это и как платную услугу. Сегодня уже прошло согласование стоимости тура в департаменте экономики. Тур, в первую очередь, рассчитан на позиционирование нашего города как для въездного туризма. Не только мы как парк, а как туроператор презентуем наш город.
Лучшие танцоры живут в Линторе. В Сургутском районе состоялся конкурс талантов «Звезды 21 века». 270 участников из 12 учреждений культуры боролись за звание лучших. В этом году, в преддверии Дня Победы, тема выступлений – патриотизм. Коллективы подготовили сразу по несколько номеров. Оценивали танцы заслуженные педагоги, педагоги высшей квалификации. Учитывали и композицию, и костюм, и актерское мастерство. Подробности в нашем сюжете. Открытая улыбка, пластика и скорость. Перед выходом на сцену артисты отрабатывают каждую мелочь. В этой раздевалке настоящая суматоха. Здесь и гримерная, и зал для репетиций. Екатерина Вергун признается, волнуется как никогда. В составе коллектива исполнит сразу два танца. Один это руссконародный мотивы хоровод, а другой это чеченский. Чеченский мы готовили около полугода, может чуть побольше. Но было довольно-таки тяжело, потому что хореограф строгий, и нужно было полностью отчитывать все движения. У нас каждый день были репетиции, мы очень готовились к этому конкурсу. Сложно давались в чеченском танце повороты, и конкретно, чтобы руки были держались, чтобы мы красиво, все плавно, как будто мы правда настоящие чеченки, и чтобы мы не подвели и, как говорится, не упали лицом в грязь. Яркие костюмы, резкие повороты и нежные вращения. Каждый танец на этой сцене – настоящая история задорных посиделок или долгого ожидания. Здесь русские народные танцы, узбекские, татарские. Каждое выступление отражает любовь к родине и народу. Тема конкурса талантов «Звезды 21 века» – патриотизм. Основная цель конкурса – это, конечно, выявление одаренных детей, стимулирование их творческой, профессиональной деятельности. Всего у нас в учреждениях культуры занимается порядка 4500 детей по разным направлениям. Их хореография – одно из самых любимых. Конкурс талантов «Звезды 21 века» в Сургутском районе состоялся в 28-й раз. Побороться за звание лучших в этом году в Линтор приехали коллективы из разных поселений. Всего около 270 участников. Жюри оценивает технику исполнения и актерское мастерство. Насколько продуманы рисунки, насколько продумано расположение, что они не стоят, знаете, квадратно-гнездовым способом, вот две линии все время, да, а они перемещаются, занимают площадку правильно. А бывает, что именно насыщен движениями, насыщен перемещениями, различными ракурсами, уровни, высокие, средние, нижние, то есть вот это все сменяется, картинка, и очень интересно смотреть номер. По итогам конкурса главный приз, гран-при и денежную премию 70 тысяч рублей выиграл Линторский ансамбль народного танца. За первое, второе и третье места коллективы получили по 40, 30 и 25 тысяч рублей соответственно. Все выигрыши победители направят на развитие материально-технической базы своего учреждения. Лиана Киямова, Владимир Гайнзе, телекомпания «Югра», Сургутский район. Это все новости к этому часу. С вами был Илья Райшев. Всего доброго. До встречи на телеканале «Югра».